Когда непрофильные вопросы задают гражданину, который связан не с политикой, не связан со своей работой, я считаю, что это всегда интересно, потому что особенно человек, который творит, он имеет собственное всегда мнение. Но вообще, и это мнение, оно собирательное. И глядя в глаза своих зрителей, я понимаю, что я их обмануть-то не могу. И поэтому, опираясь на такие классные широкие плечи людей, которые доверяют мне, я могу высказаться, и если им что-то не понравится, я выслушаю их ответ. Поэтому я считаю, что высказаться имеет право любой человек.